Шла? Да. Вот ближе вот эту руку снимай. Человек бой просил. Бой, мой черный человек в костюме сером. Это бой. Вообще там можно без прибамбасов, можно без вступлений, можно со вступлением. Мой черный человек в костюме сером, он был министром, домуправом, офицером. Как злобный клоун он менял личины и бил под дых внезапно, без причины. И улыбаясь мне, ломали крылья, мой хрип порою был похож на вой. Я немел от боли и бессилия и лишь шептал: спасибо, что живой. Я суеверен был. Вот понял, да, вот это? Там-та-дам-та-дам. Я суеверен был. Искал приметы там-та-дам. Твердил: терпи, пройдет, все ерунда. Та-дам-та-дам. Я даже прорывался в кабинеты. Может, я пальцем так. И зарекался больше никогда. Меня лягуши колосили, в Париж мотай, словно мы в Тюмень. Пора такого выгнать из России. Давно пора, видать, начальству лень. Ну и аккорды, чтобы запомнил еще раз. Мой черный человек в костюме сером, он был министром, домуправом, офицером. Как злобный клоун он менял личины и бил под дых внезапно, без причины. Ну вот все, что мог. Спасибо, извини, брат.